ребята, я вот вам не сказал, короче, этот чайзер у нас 1000 лошадиных сил. 1000 лошадиных сил, ребята, вы представляете? Газ нажмешь, он сразу встает боком. Ну, специалисты JZ сервис очень опытные, им вот, доверяют свои автомобили самые лучшие гонщики Дальнего Востока и России. Как он грациозно крадется, да? Прямо как пантера, которая, или там тигр, который сейчас ебанет за добычей, короче, преследовать будет. Звук очень приятный. Вот если даже, пацаны, взять звук песни Тимати Баклажан или вот этот гул, то, конечно, гул лучше. Да, мне кажется, этот гул лучше, чем весь альбом Тимати последний. Поэтому как бы. Даже то, что авто такой пыльный, это все равно даже придает какой-то ему шарм. Что он долго стоял, пылился, его сделали, и сейчас он ебанет, так ебанет, на. Самое главное, это быть, естественно, осторожным на дороге, потому что всякое может случиться, и попусту не рисковать.